Алекс Пейн. Корона челлендж. Сидим дома. Я сижу дома, и что ты скажешь теперь? Не приходи ко мне, ведь я не приму сейчас гостей. Из-за пандемии у меня теперь душа болит. Но я делаю то, что люблю, я просто залетаю в этот бит. Корона говорит тебе, это не комплиментарка, парень, но мне глубоко плевать. Я всего лишь соблюдаю свод элементарных правил. Я мою руки чаще, чем читаю, оу, да, и меня это реально парит. Самоизоляция по всей стране, и теперь домашними все стали планы, окей. Залипая в комп, знаю, что на карантине дома делать я не задрот. Думаю о том, как заработать новых денег, закрыл замок, чтоб не мешали мне смотреть уже рассоты. Телек сейчас закон, вот такой о карантине, не до сторителлинг. Ну и как тебе сказать, чтоб ты все правильно усек? По России карантин, все сидят дома, это все. Мойте руки, лицо, маска, это каждого спасет. Поешь дома гречки, чем же сейчас на шашлыках костер. У нас уже проблемы, на всем ее решай. Сиди дома и кайфуй, как и твои кореша. Если выписали штраф, то мне рили тебе жаль. Сижу дома каждый день и вообще не в крышак. А я не здороваю за руку, не нужны твои микробы. Переждем весь этот кипиш, это все во имя долга.